Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Названы профессии, в которых кировчане получают самые высокие зарплаты. Цифры посчитали в Кировстате. По данным ведомства, средняя номинальная зарплата в регионе за три квартала этого года составила 46 300 рублей. Рост за год почти на 17%. Самые большие зарплаты зафиксированы у сотрудников производств транспортных средств и оборудования и у металлургов. 74,5 и 71,5 тысяч рублей соответственно. Работники финансовой и страховой сфер в Кировской области получают зарплату выше средней на 44%, то есть порядка 67 тысяч рублей. А добытчики полезных ископаемых и сотрудники сферы связи и информации чуть более 55 тысяч в месяц. Ниже среднего уровня по оплате труда находятся работники социальной сферы, медики, сотрудники сферы культуры, спорта и образования. Меньше 30 тысяч рублей получают работники сферы гостиниц и предприятий общественного питания. Экономика. В администрации Кирово-Чепецка не хватает кадров. На данный момент там открыты сразу 6 вакансий. Так, требуется специалист отдела по культуре, спорту и делам молодежи, 2 бухгалтера, специалист отдела дорожной деятельности и благоустройства, архитектор и эксперт управления муниципальным имуществом. Каждая вакансия предполагает наличие высшего или среднего профессионального образования по соответствующему направлению деятельности, сообщили в администрации. В случае трудоустройства предлагается служебное жилье. В эфире «Экономика». На 16% вырос пассажиропоток Победилова. За 11 месяцев этого года аэропорт обслужил 400 500 человек. Такого, как ранее отмечали в областном правительстве, не было ни разу за последние 30 лет. Самое популярное направление – Москва. На нем обслужено почти 200 000 человек. За 11 месяцев самолеты приземлялись в Победилово порядка 1600 раз. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа пассажиров связан с увеличением числа выполняемых рейсов авиакомпании «Победа» в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также с запуском рейсов в Казань. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».